моя последняя нервная клетка психанула, и я понял, надо спасать ситуацию. Ах, да забыл сказать, я еду ебипед. Да вы не ослышались, вип-бипед. Купила рис в KFC, прикиньте, рис с овощами. А еще моя собака сгрызла мои пляжные тапки. А это я в Шереметьево в дьютике мажу на ибле. Крема дорогие, хы-хы-хы. Ничи такой сымзик. Булка, йогурт, каша, колбаса и джем. Водные процедуры в туалете самолета. Жру в самолете сыр и кашу. Лететь 6 часов – это пипец, товарищи. Продолжаю есть, это уже в отеле, морковь тушеная с овощами и мясо. Рыба, рис и мясо – это ужин. Тарелка с овощами, мне было мало риса. Ну что, рибзики, на этом все. Это идет анимация, носа-носа и всякая хрень. А я в релаксе. Просто у меня веселая работа. Завтра покажу вам комнату и территорию отеля. Так что увидимся. Чмаки-чмаки в обе щеки.